Югорские велосипедисты выгнали своих двухколесных коней на улицы. Вместе с байкерами сезон открыли и веловоры. К полицейским с просьбой найти велосипед уже обратились 24 раза. Это в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Сейчас в розыске все еще находятся 8 байков. В среднем раскрываемость велокраж составляет 70%. То есть добычей воров становится каждый третий украденный велосипед. Кстати, в прошлом году в теплое время года в Югре украли 187 велосипедов. 132 двухколесных коня вернули владельцам. Полицейские просят не оставлять транспорт на улицах и в подъездах. Самый надежный способ хранения – дома или в гараже. А на улице стоит пристегивать велосипед за две детали, например, за колесо и раму. Еще из основных правил – это то, что велосипед необходимо задекорировать, придать ему некую индивидуальность. Главное, чтобы транспортное средство отличалось от всех остальных и привлекало к себе внимание. Как рассуждают многие злоумышленники, чем заметнее велосипед, тем проще его найти и лучше с ним не связываться. Соблюдают ли югорчане эти простые правила безопасности? Как паркуют свой велотранспорт? И почему все-таки велокражи такое частое явление? В этом разбиралась Анна Шуркевич в своей рубрике «Инспектор гаджет». Сюжет смотрите сегодня в программе «Больше, чем новости» в 18.15 на телеканале «Югра».